Всем большой привет. У нас ночная съемка. Да, у нас сколько сейчас? 10 часов вечера. Мы пришли с РВ в магазине были. Вчера нам вчера была пятница. Ой, господи, вчера был четверг. Петя нам позвонил. Мы там созвонились по одному вопросу. И он говорит: а я к вам в субботу приеду после обеда. Мы говорим: хорошо. Вы же помните, еще давно звали Петю на борщ, он говорит: я к вам приеду на борщ. В общем, мы сказали: конечно, приезжай. И вот готовимся к его приезду. Решили делать Наполеон. Настя будет делать из слоеного теста. Взяли таких две упаковочки слоеного теста. Никогда мы здесь его не брали, не готовили ничего с ним. Мы будем пытаться, что все, будем надеяться, что все получится, что я заговариваюсь. Конечно, Настя будет готовить, но тем не менее я в нее верю, я уверена, что у нее все получится. Также нужен был ванильный сахар, один пакетик, но здесь целая гора. Вот. И масло это, да, яйца, масло у нас есть. Молоко взяли такой хорошей жирности, 3,8. И вообще это хорошее молоко, в общем, само по себе. Также мука и сахар у нас был такой в кубиках. Поэтому взяли обычный. Также будем же делать борщ. На борщ мы взяли вот картошка и буряк. А капуста была в РВ просто огромная. Она нам вообще никак не подходит, потому что у нас кастрюля небольшая, поэтому нам, соответственно, нужна и капуста поменьше. Ну, пепси то такое, я взяла это сейчас пить. Вот. Поэтому будем готовить. Будем. Опять говорю, будем. Почему говорю, да, будем, если будешь шик. Вот. Что еще хотела сказать? Да, у нас будет борщ. Завтра купим либо сметану, либо майонез, да? Чесночок, лучок. Колбаса у нас там есть. Борщ будет с филеным кури. Все, что это такое? А что со мной? Я, походу, сегодня много спала. С куриным филе. Конечно, да, мы не накрываем какой-то там супер стол, поэтому не судите строго, там не пишите в комментариях: о боже, что типа такой стол будет плохой. Ну, сейчас конец месяца, сегодня 28 число, да, 28 или 27? Сегодня пятница. Какое сегодня? 27. Наверное, 27, да, и поэтому у нас все печально с финансами, поэтому да. Как-то так. В общем, сейчас Настя включает рецепт, подготовила себе этот венчик, кастрюльку и будет делать. Вот, у Насти уже получился крем. Еще чуть-чуть. Видите, ой, бульбашки. Это уже... Нет, это должно быть. Это уже надо ставить на минимальный. Ну, но мы добавили два пакетика ванильного сахара. Ну, можно. Главное, не больше. Сейчас еще чуть-чуть. Минут 5-6. Еще? Нет, ну, ты, я вообще сказала, говорю. 36 минут, уже сейчас осталось 2 минуты. Ну все, сейчас будем забирать. Все, 150 грамм масла я добавила. Добавила. Все, смотрите, вот такое должно это было быть. Не 150, хотя полпачки, да, это так и есть. Крем должен быть такой вот, густенький, как сметана. Вот, видите? Вот, мы масло не снимаем полностью рецепт, потому что Настя делает первый раз, и мы не хотим, да, как-то да. Что-то неправильно показать. Когда уже кстати, вживую оно по-другому показывает, не так, как на видео. Не знаю, почему цвет другой. А потому что вспышка сейчас. А. Вот если без вспышки. Но он более такой... Густой. Да, и более густой. Не так, как на... Да, желтый, более густой. Пахнет ну, очень. Да, пахнет ванилька, масло. Я уверена. Да, уверен, что вкус... Боже, как пахнет. Не, это напомнило вкус детства. Так, что ты робишь? Убираю крошки сверху, потому что мне было важно, нужно. Ты уже спекла две штуки, да? Да, две штуки я спекла. Фокус не идет. Ничего страшного. Сейчас еще. Вот, осталось два. Сейчас два отправила. 20 минут, оказывается. Потому что 15 мало, надо 20. Ну, мне чисто для корочки. Долго, если 4 штуки. Мне сейчас надо вот это, видишь? Вот, торт готов, творческий процесс, крошка на столе, вот так вот он на досточке стоит, сейчас
вспышку включу. А вот так вот, если со вспышечкой, так красивее. Такой довольно-таки не маленький торт получился. Ну, всё так. Так? Угу. Ну, нормально. Уже он поярче выглядит. Да. Чем на видео. В целом, крем мне очень понравился, так что, я думаю, пропитается. Да, кстати, крем вкусный. Этот торт готовится на быструю руку, ну, потому что слоеное тесто. Поэтому, если там день-день, поэтому можно. Но я на ночь оставляю, и завтра будем черепитить с тортиком. Черепитить, да. В общем, как-то так, хороший тортик. Потом, может, если он прям получился прям вкусным-вкусным, то мы как-то рецепт, да, покажем именно, да, все, да, от и до. Не, я разрежу, покажу, конечно. Ну вот, все. Настя в очередной раз молодец. Ну вот какие мы носочки с собой привезли из Украины. Народжена будто в Вильнюю. Такое взяли всего лишь две пары. Ну, потому что они дешевые и качество навряд ли у них будет нормальное. Поэтому так просто взяли. Такие дела. Сейчас убираем, моем полы. И будем уже скоро ехать, в принципе, встречать Петю. Настя уже сварила борщ. Сейчас пойду покажу вам. Настя молодец. Наполеон просто пахнет на весь холодильник, на всю кухню. Нереальный просто запах именно вкусного, свежего торта. Вот как настоящий Наполеон. Поэтому я больше чем уверена, что рецепт отличный. И что, возможно, даже на Настин день рождения мы опять его приготовим совместно с Настей. И, конечно, покажем вам рецепт от и до, чтобы вы тоже его себе готовили. В общем, сейчас пойду вам показывать борщ. Вот он, Настин борщик украинский. Не буду брать полонник, потому что мне надо уже идти собираться. Потом уже покажем, когда Настя будет насыпать. Все, едем встречать Петю, а здесь субботнее движение. И это может длиться до 12 часов ночи, до часу. Это норма. Это здесь и еще с той стороны в другом доме то же самое. Такое вот движение. В квартиру очень слышно. Даже несмотря на то, что мы сейчас в подъезде, но в квартиру тоже очень-очень хорошо слышно. В общем, мы на остановке, не успели на автобус. В интернете одна информация, приходим, он перед носом, да, уезжает. Это вообще не нормально. Такое очень часто. Жаль. У Пети тоже сегодня задержали поезд на целый час. То есть он должен был ехать 4,5 часа, а едет 5,5 часа. Общая дорога просто жесть. Это выдержка должна быть нормальная, чтобы там час простоять, потом еще, да? Знаешь, 5 часов, если представили, там, он писал, кстати, знакомый, когда появится 14 часов, так это вообще было невозможно. Ну, потому что, наверное, слишком много остановок и ожидания. В общем, как-то так. Я не знаю, следующий в 16:17, а у Пети прибытие в 16:09. То есть мы опаздываем, ну, минут так на 20 точно, если не больше. Суббота.